немножко прерывается почему-то связь, хотя сигнал показывает сильный, ничего не пишет. Но приносим извинения за возможные технические неполадки, которые могут возникнуть. Так, раскачка. Кацаклайпеда пишет слабая связь. Я не знаю, что ей надо для этого Ютуба. Блин, я не знаю, наверное, будет прерываться. Клуб Panthers с лапинским клубом Кацаклайпеда. Здесь бригада подтягивается. Значит, мы сейчас разыгрываем турнирную сетку с 13 по 16 места. Так как вчера во второй игре против команды Каяки, к сожалению, обидно и досадно не получилось удержать результат. И в итоге проиграли 3-8. Поэтому мы слетели с турнирной соседки с 9 по 12 места. И сейчас разыгрываются места с 13 по 16. Так, команду выводит на приветствие Симас Тумайтис, номер 16. Приветствие. Так как мы играем на Вольво-арене Б, здесь нет мест для... нет балкона, поэтому
угол и ракурс съемки будет немного неудобный. В синей форме, напоминаю, Хацаклайпеда, белый клуб Panthers, Латвия. Играем для распределения мест с 13 по 16. В случае победы борьба будет идти за 13-14. В случае поражения этой игры будет и речь идти о 15-16 месте. Итак, троечка у нас, 28-й. Блин, я так не вышел имена до конца. Так, в центре Гилюс. В центре Гилюс. Здесь у нас 28-й. Так, Гилюс бросок сдалека. Парируется бросок. Гелюс в центре. Так, Симас. Шайба накидывает на пятак, не проходит. И у них в нападении еще играет 8-й Якубас. У нас линия защиты остается неизменной. Виктория 13-й и Симас Томайтис 16-й. Так, прессуем соперника. Пытается выбросить. Но у нас какая-то некая неразбериха. Так, Вика шайбой. Теряем. Вот Карлс Нилс. Нилс это фамилия, а имя? Рихард. Значит, 28-й это у нас Рихард. Так, здесь у нас путаница происходит. Шайбой. Якуба закидывает в зону. У нас смена идет. Так, Рихард. Так, шайбу выбросили. Шайбой набирает скорость и пытается сам пройти. Бросок опять вратаря и на самое добивание забивает. 1-0. Поехали, не расслабляемся. 1-0, Клайпеда ведет. В воротах у нас играет, я не вижу, Миша, значит, у нас начинает игру Михаил. И по ходу игры будет потом смена вратарей. Так, у нас сейчас в нападении играет. Говорите мне номера, потому что я не помню. Значит, у нас 19 номер это. 19 там был этот. Блин. Карлс 25. Так, Миша вступает в игру. Небольшая у нас неразбериха. Делитесь ссылками, пусть родители, болельщики, Клайпеда смотрят, популяризируют вид спорта хоккей. Я не вижу номера. Я знаю, что в черном шлеме это кто? Нет, он в черных гетрах. 99-й Доминик. Это... Так, вот это 19-й. Это не Степан? Степан 49-й. Степан 49-й, да? Да. А Доминик в черных гетрах, да, получается? Так, хорошо. Сейчас шайба у нас кто? Я не вижу. Говорите номера. Опа. Так, я немножко... Здесь у нас 25-й, это Карл. Здесь подбегает. Потеряли шайбу. Пантеры сразу бросаются в контратаку. Мы встречаем на линии. Паченко. Зона. Зона, хорошо. Смена состава. Вот сейчас выходит в синий гетрах Балти. 99-й. Это будет Доминика Шамбаралский, да? Да. Значит, у нас Виктория на льду. У нас Доминика на льду. У нас 21-й на льду. Это Кирилл. И 88-й это... Никита Ермаков. Так, Никита откинул вперед. Неточный пас. Так, латыши пытаются найти слабое место в обороне и пройти защиту нашу. Не получается. Так. Здесь у нас Тумайтис. Теряет шайбу. Бросок. Миша опасно играет, но все-таки... контролирует шайбу. 1-0.
Сыграно у нас 5 минут первого периода. Клайпеда пока выигрывает. Команды, зрители, болельщики все на этой стороне. Так, возвращаемся на поле. Так, у нас в центре на сбрасывании был Кирилл Белоголовкин, номер 21. Так, это он шайбой, да, сейчас? Шайбой. Пытается обыграть, не получается. Что ему пытались вчера сказать, что нельзя манаться в своей зоне. Так, все наших 5 игроков заехали за ворота, ибо там вся шайба. Кирилл опять второй раз теряет шайбу в своей зоне. Это уже Виктория. Это уже Виктория. Тоже не получается освободиться от преследования. Так, латыши в зоне. И будет бросок. Миша молодец, реагирует. Так, шайба у нас Виктория. Опять теряем, теряем, падаем. Кирилл шайбой. Теряет практически все то же, на том же самом месте эту шайбу. Бросок с острого угла. Опасно. Это бежит Доминикас, но не успевает до шайбы дотянуться. Ух, как хорошо придумал. Выскакивает Гилюс. Здесь мы теряем. Опять Кирилл падает. Это уже третий раз за смену он падает, чтобы потом никто не говорил. Так, Гилюс в зоне своей теряется. Ярик шайбы. Пас на Доминика не проходит. Стоять, стоять, стоять! Курт, беги! Гилюс забивает. Ну вот, из-за, скажем так, пассивной позиции судейства. Да-да-да, слышится недовольство болельщиков команды Panthers. Уже не поменять. Тут финальное решение на усмотрение судьи, поэтому тут уже пиши, не пиши. Да. Так, хорошо. 2-0. Клайпеда выигрывает у нас. По 8 минут прошло. Шайбой Гилюс пытается намотать всех, пытается всех обыграть. Пас на удаление зарабатывает, хорошо. Якуба шайбой освобождается. Пас Ярику. Ярик сдалека, бросок. Воротарь молодец, парирует. Слабенький бросок, слабенький. Значит, и то быстрее бросает тарелку. Так, вот и шея удаления. У нас смена выходит на лед. Доминика 99-й. 25-й. Карл. 25-й Карл. А 19-й. Кто-то за спиной кричит Клайпеда Тумайтиса. Так, поехали. В центре у нас 19-й. Блин, как 19-й? Совсем мы. Извиняемся. Рихардс. Нет, Рихардс 28-й. Нил. Рихардс. Так, вот 49-й. Это Степан. Сам шайбы пытается. Зона. Зона, зона, зона. Зона. Сейчас кто-то из вас получит 10 минут. За пивом. Кто-то? Да, да. Кто-то из вас пойдет за пивом. Как раз 10 минут и займет. Есть возражения, есть замечания судейскому составу. Понятно, что играем не на миллион, но все-таки дело принципа. Так, мы выиграли сбрасывание. Степан шайбой пытается прорваться, не получается. Здесь подхваты. Как 19-го зовут? Блин. Совсем забыл, вылетел из головы. Здесь Виктория на шайбе. Так. Дальше. Опа! Вот тренер за подсказки получает 10 минут неспортивного поведения. Ай-яй-яй. Малый скамеечный штраф.
один игрок удаляется с поля. Так, у нас на льду Доминика 99-й, Белоголовкин 21-й, Степан 49-й, в защите у нас Панчик застоит и Федюкин. Так, выбросили, не проконтролировали этот момент. Шайба уходит. Играем в формате уже 4 на 5. Все серьезно? Да. Yeah. Так, здесь Доминикас падает. Так, латвийская команда хорошо пытается сдержать шайбу, играть на все поле. Так, прессуем. Здесь зона. Кричите, матрас, матрас! Сейчас еще 10 минут получите, будете кричать матрас. Так, ну что, мы пятером не можем против четверых сыграть, я не понял. Так, что-то какая-то вязкая игра. Ярик шайбой выбрасывает по борту. На Доминикаса не успевает, к сожалению, на шайбу. Так, за воротами разгон. Разгон. Здесь его тормозят. Теряем шайбу. Здесь Панченко пытается подножку сделать. Проходит. А, фиксирует попытку. Так он же не упал. За попытку причинить вред и моральный ущерб сопернику Панченко Никита, номер 90, отправляется на скамейку запасных. Штрафников на 2 минуты. Самое интересное, он даже не упал. Нет, он должен упасть. Ну, это право за руку. Цеплялся. Так, мы играем в формате... Раз, два, три, четыре. 4 на 4. Почему 5? А нет, 4 на 4. Счет 2-0. Сыграно практически 12 минут. Здесь удаление. Подхватываем, играем. И куба шайбы, бросок с острого угла. Не точно. Удаление. Вот Нилс Рихардс, это 20, номер 28. Так, у нас Якубас на льду. Гелюс на льду, номер 5. Рихард 28 в красном шлеме. И монолит защиты. Думаете, Сима. Так, сбрасывание в зоне соперника. Формат 4. Раз, два, на 4. 4 на 4. 2 минуты 30 секунд осталось до конца первого периода. 2-0. Так. Вот и все. Хорошо. Сразу оказываем прессинг, но не получается. Так. Что-то какая-то игра не клеится. Симас, пас на Гилюса. Гелюс, бросок издалека. Парирует вратарь, хорошо. Опять на защитника пас. Гелюс и Кубасом играют. И сразу ускоряется на пятак. Да. Не получается. Пасы немного неточные. Так, здесь Рихард. Симас держит, не дает шайбе выйти. Теряем. И здесь контратака. Ай-яй-яй-яй-яй. 1-2-1. Хорошо. Миша вступает в игру. Рихард выкидывает, но никого нету, шайба не выходит. А вот сейчас вышло. Сейчас вышло. И опять суматоха. Опасно и Кубаса. Кубас обыгрывает. И бросок мимо ворот. Хотя мог спокойно обыграть вратаря. И там 2 километра еще за ним было. Так, здесь у нас два любителя кружевного вышивания. Покрутить, поманаться. О, сейчас можно получить удаление. Так, странно, конечно, немножко. Нам дают удаление, им не дают. Начнем спорить наших пацанов. Ну, это так сидит. Так, гелю шайбы диагонально на 8-го, на Якубаса. Неудобный будет бросок. Неточный. 55 секунд осталось. Ярик шайбы прокинул зону. Я тебе говорю, не теряй шайбу. Кати. Так, у нас вообще хаос какой-то начался. Панченко-то там все уже. Что такое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На чем мы получим 6 игроков, что ли?
30 секунд, играем 15 минут грязного времени, только 2 минуты третьего периода идут чистыми. 2-0. Пас на Степана, неточный там. Пытаемся обыграть. Так, 5 секунд. 5 секунд. 4, 3, 2, 1, свисток. 2-0. 2-0, Клопеда пока выигрывает. Может идти на ту сторону? Там что? В принципе, так туда будет. Ну там болельщики стоят. Судейская бригада. Позируют судья красивый, фотограф еще красивее. О, обмениваются сразу телефонами. Коррупция. Вот, вот, а кстати, это фотографирует, а потом в конкурс укладывает. Ну, я так понимаю, официальный дилер, дистрибьютор. Я думаю, на каждый день по-своему. Так, 2-0. Лайпеда выигрывает у КВК латышской компании Panthers. Играем, напомню, турнирную сетку от 13 до 16 места. Так, на льду у нас 25-й Маркс. Нет, 25-й Карлс. На льду потом 19-й. Как 28-й. Блин, вылетело из головы. И с ними в компании бегает 49-й Степан. На линии у нас играет Федюкин с Панченко 90-м. Так, поднимем камеру. Сейчас будем под таким углом смотреть, потому что я так подозреваю, что большая часть игры все-таки пройдет на стороне соперника. Так, Федюкин шайбой. Ёпта, опять закидывает, не глядя в зону. Но ее никто не готов принять. Никто не играет в пас от борта здесь. Давай раскатывайся. Так, защитники. Это у нас. Нет, начинается возюканье. Так, это у нас 19-й. Бросок. Неточный. Теряем. Двадцать пятый. Карлс не будет пасоваться. Я решаю. Сам возьми, пройди. Пас по борту на Панченко. Панченко шайбы. Здесь же теряем, подхватывает Степан. Объехал. И здесь теряется. Яр, сам попробуй. Пошел. Быстрее ногами на вираже. Пас на Карла. Обыгрывает одного. Второго не получается. Обыграл. Пас на пяток. И здесь Виктория должна убежать в 1-0. Что будет? Будет то, что мы уехали в угол. Там, в принципе, уже район Марупа. За этой арены в том углу Марупа район. Хорошо, хоть борта. Опа! И здесь довольно-таки интересно будет бросать. Опа, хорошо, Майкл. Ловушечкой работает. Спасает команду от такой ошибки. А мы хотели бы 2-0.
Вас пожалел. Вас пожалел. Могло бы все по-другому сложиться. Так, у нас Доминик не на той стороне стоит. Но это нормально. Опыта нет. Теряется. Так, на линии у нас Вика и Симас. На линии нападения у нас Доминик 99-й. Там Кирилл, да, нас спрашивает? 21-й. Кирилл и Ермаков Никита. На левом краю играет. 88-й номер. Так, бросок. Корпусом закрываем. Так, шайбу вынесли. Зону соперника. Опа, Симас ошибается. И здесь в 1-0. Теряем шайбу. Вика подхватывает. Так. Это у нас кто? Никита? Нет, это у нас Доминик. 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 Шамбараусов. Так, второй период сыграно. 4 минуты по-прежнему 2-0. Так, кто там не знает, кто за кого играет? Где, как же его зовут? Блин, я не столько потерял. А ну-ка, извините, что это статистика. Так, вот еще широко играет, не точно. Вот, Кирилл шайбой. Идет шайбой. И... практически на синей линии. Опа, опа, бросок. Дошел и бросил. Это тоже хорошо. Помешал сопернику. Здесь же врезался. Так. И вот еще как-то не получается. Что соперник слабый, а игры не получается. Так, шайба Виктория. Здесь у нас 19-й. Очень много. Так, пытается убежать. Не получается у 19-го. Блин, как у него с головы вылетело. Рихард 28-й, Карлс 25-й, 19-й. Не Маркус. Не Маркус. Не Маркус? Не, ну это начинается какой-то беспредел какой-то. Тут уже все. 19-й, Кирилл 21-й, Виктория 13-й приехала. Один Никита. Ермаков молодец, не лезет туда. Так, Серега. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет, наверное, бросок. Заезжает за ворота. О, давай, поехал сам! Поехал сам! Спокойненько, шайбы. Пас опять по борту. Ну никто здесь не умеет играть в этот хоккей, когда шайбу по борту выносят. На вираже. Все, поехал! Поехал! Поехал. Сейчас будет пытаться одного, второго. Блин, там теряет. Там. Гилюса на пятаке, смотри. Бросок Гилюсу. Потом Гилюс скажет, что за ним все равно плохо пасовали. Да. Так, у нас Якубас 8-й, Гилюз на льду. Вот Рихард 28-й. Куда своему по клюшке Панченко бьет? Блин, пытается всех обыграть. Я не понимаю. Так, шайбу по борту выносит. Встречаем. Хорошо, встретили. Пытается... Блямба, ну кто так? Гилюз 5-й. Под Ярика оставил. Мы почитали друг друга. Начни нормальную атаку. Пас, это кто? Якубас должен быть. Будет бросать. Пытался. Нет. Не получилось. Пас. Опять на центр. Опять Нет, там уже не Гилюс был. Там была Виктория. Вот, вот Гилюс обыграл, значит, нападающего, подобрал. Бросок далека. Выше ворот.
Суматоха. Ну, кто, где шайба вышла? Блин, зачем так делать? Так, еще раз разберитесь, чья шайба, что вы там вдвоем? Так, Виктория, Виктория. Я не понимаю, что за суматоха идет. Так, Якуба с шайбой. Впереди Гилиус. Опа. Не, Яку. Там разыграли. А ё-моё. Опять выбросили шайбу. Смена у нас. На шайбе первый Симас. За воротами. Пас на Викторию. Виктория. Пас в центр. Здесь мы что? Мне кажется, 19 марта, если не ошибаюсь. Ну, простите, если не так. Выкидываем. Так, там на шайбе у нас 19 Маркус побежал рядом с ним. Карлс. 25-й. Ярик там еще в углу ковыряется. Так. Что за непонятное желание намотать всех соперников пятерых? Разгоняйся, пошел! Виктория. Пас дальше кому? Непонятно. Вот они втроем, втроем! Да хрен нас два там пас будет. Это уже норма. Так, вышел на лед 49-й Степан. Степан борется, Симас борется, здесь Виктория. Пытается. Это уже какой-то теннис. Я не понял. 2-0 по-прежнему. 8 минут сыграно. Алло, хоккей сегодня будет? Так, у нас смена. Молодец, Майкл, отстоял на сухарик. Ворота становятся у нас. Доминик Оржановский. Мирослав. Мирослав. Мира, давай! Мира! Вперед! Я, хоккей будет сегодня? Что ты не понял, творишь? Давайте играйте в хоккей нормально. Жесть какая-то происходит на льду. Так, у нас Доминик 99-й, Белоголовкин 21-й, Никита. Ермаков 88-й. Да вообще одни счастливые числа. 88, 44, 22. Это все, это ж покер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Все стоят, смотрят. Чё мы смотрим? Так, надо забивать гол, потому что я чувствую такой огромный сезон. Сейчас мы себе привезем еще. Выгонят на следующую. Ну, на C-арену это где бы уже просто в кроссовочках играют. Без коньков. Ё-моё, коньки. 1-1. Ой-ой-ой. Давай, Никитос, вперед пошел. Ну это понятно, ты умеешь. Пошел уже, давай надо. А ё-моё, ну что это за... Так, у нас за шайбу побежал Ярик и Никита. И Кирилл, извиняюсь, 21-й. Подхватывает Доминику вдоль борта.
Вдоль борта Никита просит шайбу, не дает. Это просто ужас какой-то. И здесь входа вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошел, сам быстрее набирай скорость. Пошел, 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 пошел. Идет, корпусом заложишь, закладывает корпусом и не получилось. Так, шайбу не потеряли, держим. Пас на пята, кому там, никто, ну кто-нибудь добивает. Так, полторы минуты второго периода, зона. Как-то вообще все печально смотрится. Это у меня телефон в цветах показывает, а игра вообще темно-серая какая. Так, что у нас на льду? Ричард, Якубас и Гилюс. В защите у нас Виктория и Никита Панченко. Гелюс опять пытается обыграть, но не будет он пасоваться. Так, 19-й, Маркус, если подозреваешь, что это Маркус. Пас на Якубаса, Якубас. Шайбы заходит, неудобно, непонятно куда и кому. Вообще печально. Так, будет удаление? Нет, удаления не будет. Там латыши обгоняют, разгоняются. Оп, обыгрывают 19 номера. Якубас. И будет бросок. Опа, Мирослав, краса. Лучший! Пока лучший! Так, свистка не было, игра продолжается. Осталось 16 секунд второго периода. Так, мы выбрасываем. И на этом, наверное, действие второго периода будет закончиться. 6, 5... 4, 3, 2, 1, зона и сирена. И сирена. Ван-воль. Пока Клайпеда выигрывает. Не... Команды Пантерс, Латвия. Я не знаю, я даже немножко озадачен происходящим. Начинаются более смелые вылазки. Ловит на контратаку. Выходит в 1-1, в 2-0. Не стучи, это вот эта камера. Видишь, когда вибрирует. Дима выдает гапака, поэтому немножко вибрирует. Пора менять уже игру, переламывать вот да. Сам. Я, мне кажется, тренер должен поменять свое видение в хоккее. Что ли более как-то ярче аргументировать происходящее. Были же опять же родительские собрания. Да. И один вечер. И один вечер. Казалось бы, все обсудили. Поднимались одни и те же вопросы. И как бы был так. Досконально была разобрана ситуация. Но нет, нет. Нет, что-то не дорабатывал. Не дорабатывал. Где-то не фиксируется. Где-то что-то не фиксируется. Так, третий период. Клайпеда против Пантерс. 2-0. В пользу пока Клайпеды. Так, выиграли сбрасывание. Выбрали сбрасывание. Здесь у нас 49-й. Степан навязывал игру. Так, заходит к нам в зону. 25-й. Не, если не начнут играть, то сейчас начнется там Кирилл. О, Кирилл. А, ой, Лона, спасибо. Антенна, ты что, как точно? А что, Илона?
оказывается, мы все утро играем не против Латвии, а против Эстонии. Поэтому проблема. Поэтому проблема. Да, да, все, все. Точно, Хацаклайпеда играет против... Да, проиграя против Эстонии. Вот в чем, пикус-пикус. Надо сказать, дети. Ну, они думают, что они против сильной команды латвийской играют. Хотя мы вчера точно так же получили от эстонцев, к сожалению. Опа, Мирослав, молодец. Будет экшен у нас сегодня, будут у нас какие-то прорывы, пробеги, там, я не знаю, чтобы похлопать. Так, на сбрасывание Ярослав выиграл. И пошел! А куда пошел? Дошел до красной линии и встал. Классно. На Каруса. Здесь что мы делаем? Здесь собрание какое-то. Так, это Карлс. Хорошо, выкидывает сильным бросочком нашу зону. Что-то падает там. А, мы же в меньшинстве сейчас играем. Мы играем в формате 4 на 5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мирослав на ловушечку. С неудобной. Пытаемся вынести шайбу из зоны. Не получается. Опять. Ну зачем так делать? Зачем так делать? Опа, перехватили. И это у нас упали. Стали. Это у нас Карлс, 25 номер. Что-то здесь непонятно творится. Я не понял, что это за куча мала. Сейчас и смотри, привезем. Нате вам. Это опасно. Это уже опасно. Что там происходит у вас, алло? О, как бы уже... Статистика наша уже не в нашу сторону идет. Третий период. 2-0, но счет зыбкий. Так, по борту закидываем сопернику. Так, здесь Доминик проигрывает единоборство. Маркус тоже проигрывает. Симас пытается на вираже. Хорошо. А еще лучше, если попал бы в судью, не мешался. Так, Доминик здесь. Ермаков, Никита, все пролетают. Симас. Пасик. И поехал! Давай, выходи в центр. Эй, кому? Кто здесь? 2-0, да. Пока выиграю, но игра как-то совсем не складывается. Выйди в центр! Опа, и здесь Ермаков должен. Пас Доминику. Если Доминик и номер 99 забьет, это вообще будет шикардос. Пас на защитника. Бросок сдалека, не проходит. Ну! За ворота зайди! Не, надо забивать и потом уже баловаться. Шире встань! Поехал в зону. Никита! Просыпаемся! Кто-то тренер, я не понял, какую-то стратегию. Интригу прям вносит. А мы играем, мы в меньшинстве играем? Почему в меньшинстве? Раз, два, три. А почему у нас четыре человека только? Вот пятый.
Панченко. Так, хорошо, мы оборонялись на шайбе Панченко. Две минуты получает Никита Панченко. Так, ну надо забивать, потому что тут нельзя рисковать. 8 минут до конца третьего периода. Понятно, что соперник будет делать все возможное, чтобы восстановить или выровнять игру. Так, это у нас Гилюс за воротами. Центр вышел на скорости. Хорошо. Одного, еще одного прошел. Еще одного прошел. Будем бросать, бросок. Бросочек. Вратарь ловушечкой парирует бросочек. Коснор спаса по сюжей, сорня, алло! Индивидуалисты, блин. Давай, Гилю! Граж уже и Дима, и Иварчук. Так, у нас на сбрасывании Якубов. Нападение 28-й Рихард. Мы играем в меньшинстве. Так, опасно, нет, не будет. Лучше, конечно, самому все испортить. Так, вот еще вы вынесли шайбу. Ух ты! Это опасно! Так, выносим шайбу по борту. Там Рихард встречает ее. Неправильно. На скорости и в центр выходи, посмотри. Пас на Якубаса. Точнее! Рихарду пас. Закидываем в зону. Якубас теряет. Опять здесь теряем. Вынесли шайбу. Ну, все спокойненько, хорошо, там Виктория подхватила. И поехали! Виктория раз объехала, два на Рихарда. Зашли в зону, и будет бросочек. Нет, пасик на Викторию. Здесь у нас начинается, здесь 19-й Маркус, здесь, мне кажется, Маркус 19-й. Так. Теряем Гилюс, вступает в борьбу. Под бортом проехали. Маркус заходит. Ну, куда? В чащу леса. Блин. На вираже. Хорошо. Объехал. Посмотри. У кого было? Ай, Карл. 25-й Карл. Что-то не получается. 5,5 минут осталось до конца третьего периода. 2-0 пока. 2 минуты третьего периода будет чистое время. Так. Ой-о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 й
Здесь Симас по борту. Карлс не принимает шайбу. Сейчас пантеры сейчас еще начнут выигрывать. С нашим таким. Пора брать тайм-аут тренер. Но. Это не то. Да как бы нету командной игры, что-то такое. Надо будет записать и как-то назвать этот стиль игры. Так, 25 мая. Карлс на сбрасывании, скорее всего, будет 19-й.
Да. Виктория на линии. Да, хорошо. Мирослав накрывает. Молодец. Мама волнуется. Мама волнуется. Папа тоже переживает. Всем напряжение. 4 минуты осталось. Ай-яй-яй-яй. Все. Решай. Решай сам. Ну, корпус заложит. Ёпта, ну кто? Там в щитках дырки нету, объедь вратаря, ёпта. Так, это у нас Степан. Хорошо, молодец, Степа, молодец. Только шайбу возьми с собой. Давай. Не теряем. Не, а там в защите Федюкин стоит. Там его так просто не объедешь. По борту выносим и здесь. Карлс, ну, теряет. Ну, что такое? Что происходит? Так, хорошо, шайбой. Потерял. Здесь уже сами забыли, что не хотели. Отобрал и... Ну, будет бросок, да, бросок. Не было. Разворачивайся. Хорошо, выбили еще раз. Здесь какая-то зона. Опа, здесь Доминик. Падение не получается. Опа, нельзя бросать. Ужас. Какой ужас. Еще мой бросок. Как так можно? 2,5 минуты. Сами себе везут. Один. Что происходит, алло? Ну, понятно. Болейте за наших, хватит за своих болеть. За наших поболейте. Не помешало. Давай. 2 минуты осталось. 1-2. Сам! Так, выносим шайбу по борту. Там Симас. Дальше на Доминика. Теряем. Давай, Доминика, суем, не до. Что в нолис? Лобейгеры? Там Ермаков Никита. Прокидывает. Ой. Так, по борту. Минута осталась. Минута чистого времени. Минута, и мы начинаем терять шайбу у себя в зоне. Гелюс шайбой. Гелюс. Трися! Ой. 30 секунд. Давай, бежай! Пас на зону. Зона. Якул! Якубай! Шайба первая! Так, тренер берет тайм-аут. Вел Латвии? Кто говорит, что Латвия? Эстонская. Видно, что Денис замерз, кричит плейпеду. Двигается. Давай, плейпеду. Секунд.
где на синей линии около нашей зоны. Так, вбрасы не проиграли. Не даем бросать, не даем. Не даем бросать. Эстонцы снимают вратаря. 6 человек. Так, шайба вышла. Хорошо. Хорошо. Все, 12 часов, встречаемся на заключительной игре. Игра будет за 13-14 минут. Что за команда, пока не знаю, не могу сказать. Всем доброго дня и до скорой встречи. 12 часов.